вот все. А какой спектакль вы были? Вы знаете, я, честно говоря, забыла узнать, как Бестолочь. Он называется. Одна. Бестолочь. Бестолочь, действительно. Это же честно слово, которое так часто там повторялось, да. Какие у вас остались эмоции после просмотра? Прекрасные, на самом деле. И Олеся Железняк просто великолепная актриса, которая и связывает, и весь спектакль построен на том, что, в принципе, она как персонаж связывает между собой две истории, которые происходят с закрытыми дверями, какие-то перипетии, в общем-то, как в жизни, на самом деле. Также постоянно какие-то разные ниточки, кто-то один всегда находится ключевая персона, которая все это переплетает. Это очень было интересно наблюдать. Здорово. А где вы сидели на таких местах? Кстати, я сидела где-то на 17-м ряду. Очень хорошо запоминаю цифры, в отличие от имен и названий, как это понятно. Вот. И там прекрасно видно, очень чудесно. Мы, на самом деле, делали подарок бабушке, мамины коллеге на дни рождения. Всех водили в театр. Всем очень понравилось, все остались довольны. То есть, оправдываешь ожидания? Конечно, конечно. Все понятно. Не так часто мы так ходим.